при помощи суффикса «ск» или в состав суффикса входит вот этот комплекс из двух букв «ск», то в этом случае прилагательное пишется с маленькой буквы. Вот примеры перед вами. Талевские словари, талевские учения, шекспировские трагедии, рафаэльские макроны, ну и так далее, и так далее. Но если прилагательное образованное от имени собственного при помощи суффиксов «ов», «ев» или «ин», например, «талев» словарь Дарвинова учения, тогда это прилагательное пишется за главное, могу обратить внимание, суффикса «ск» в этих словах нет. Во-первых, большая или маленькая буква в первом случае? Большая. Почему? Потому что? Почему с большой буквы пишем же вверх? Потому что есть СК. СК – следственный комитет. Это правда. А во втором случае мы пишем тоже с маленькой буквы. Обратите внимание, поскольку здесь использовали и имя, и фамилия автора, то в этом случае ставится дефис. Но есть из этого правила исключения. Обратите внимание, если прилагательное, в нем даже есть суффикс «ск», но это прилагательное входит в состав словосочетания, которое целиком является именем собственным, в этом случае писать надо первое слово за главный. Я очень хотел стать брандмейстером, и всякий раз, видя пожарных, обращал к ним беззвучную просьбу принять меня в их ряды. Я видел, как по Невскому ехали тушить пожар. Ехали тушить пожар рядового всадника. Пожарного обоза. Пожарного обоза. Как ангел апокалипсиса расчищает путь. Скачок трубит, расчищая путь. И все бросаются в рассыпную. Цель тотального диктанта, в первую очередь, не столько проверить уровень знаний, а в том, чтобы люди задумались о уровне своей грамотности, о грамотности своих окружающих, друзей, детей. И сегодня, когда проходит тотальный диктант, для нас главное это не ошибки, а чтобы человек подумал и о том, как повысить свой уровень грамотности среди. Как вам вообще диктант? Было ли сложно писать? Мне все очень понравилось. Писать было в каких-то моментах сложно, потому что я специально не проверяла себя заранее. Но надеюсь, что хотя бы 3. А будете еще принимать участие? Обязательно. А первый раз принимали? Первый раз. Носит международный характер. В ней принимают участие более 500 городов мира и 35 стран. Поможет ли это как-то